Идет процесс сборки фундамента. Труба 60 на 60. Подготовлены столбики, поставлена уже труба, выровнена вся по горизонту. Сейчас сваривается все. Дальше идет конструкция. Идет процесс сборки фундамента. Труба у нас 60 на 60. Забито основание из швеллера. И сейчас заварит фундамент и будет собираться теплица. Арки наши, машина, люди подготовлены, уже все начинают собирать. Наши торцы, сейчас будет сборка торцов производиться. Поликарбонат уже растянули, разметили, начинается резко на торцы. Самый главный специалист Михаил производит разрезку поликарбоната шестерки. Это уже нарезанный кусок. Торцы в пленке. Сейчас будут собираться, монтироваться поликарбонат. Так, мы продолжаем строительство теплицы. Называется она капля. Шириной 4 метра, длиной 9 метров. Установили каркас, закрепили его к основанию. Закрепили торцы, установили верхний конек. Сейчас будем крыть поликарбонат. Итак, мы закрепили все листы поликарбоната на теплице. Сейчас будем их подравнивать, подрезать, одевать профиль, прокручивать термошайбы. Как-то так это все выглядит. Внутри. Будем продолжать, будем снимать. Продолжается монтаж теплицы капля 4 на 9. Перекрыли теплицу поликарбонатом карбоглаз. Толщина стенки 6 мм. Устанавливаются форточные блоки и также для проветривания для них автоматы. Сейчас сверху прокручивается конек. Напоминаю то, что теплица сделана из профильной трубы 20 на 20. Порошково-полимерная покраска, белый цвет. Арки сделаны в виде фирм. Теплица крепилась к фундаменту, основание из которого профильная труба 60 на 60. И теплица, и основание сваривались вместе. Итак, практически закончился монтаж теплицы капля 4 на 9. Теплица вся полностью готова. Идут финальные работы по установке и настройке двери с поворотно-откидным механизмом.
Так, в самой теплице у нас уже есть фрамуги с термоприводами. Поликарбонат, напомню, 6 мм. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот ребята ломают голову, как им настроить дверь. Ну вот, на этом на сегодня все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.